Здравствуйте, уважаемые предприниматели. Меня зовут Анастасия. Я директор департамента гарантирования фонда ДОМУ. Сегодня я расскажу вам, как получить такой вид государственной поддержки, как гарантирование. Предприниматели часто сталкиваются с ситуацией, когда для получения кредита либо в банке, либо в микрокредитной организации необходимо предоставить залоговое обеспечение. Но случается так, что залоговое обеспечение недостаточно для покрытия запрашиваемой суммы кредита. Что же делать в данной ситуации? Обращаться в фонд ДОМУ. Фонд ДОМУ может вас поддержать таким видом государственной поддержки, как гарантирование. Что такое гарантия? Если простыми словами, гарантия – это частичное залоговое обеспечение, предоставляемое в банк по вашим обязательствам. Сегодня успешно реализуются бизнес-проекты в рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025». В рамках данной программы предприниматель может получить первое – портфельное гарантирование по микрокредитам. Максимальный лимит на одного заемщика составляет не более 20 миллионов тенге, из которых заемщик может до 5 миллионов тенге направить на пополнение оборотных средств. Оставшиеся 15 миллионов тенге на инвестиционные проекты. Но если у заемщика имеется потребность 20 миллионов тенге направить на инвестиционные проекты, такое тоже допускается. Максимальный размер гарантии составит не более 85% от суммы кредита. Оставшиеся 15% заемщик покрывает собственным имуществом на усмотрение банка. Также срок гарантии будет определен не более срока кредита. Заемщик может получить поддержку в рамках второго направления. В рамках данного направления максимальная сумма кредита на одного заемщика составляет не более 1 миллиарда тенге, из которых 500 миллионов тенге можно направить на пополнение оборотных средств, оставшаяся сумма на инвестиционные проекты. Размер гарантии в рамках данного направления составляет не более 50% от суммы кредита. Если же вы являетесь начинающим предпринимателем, то для вас размер гарантии составит не более 85%, но при этом максимальный размер кредита будет не более 360 миллионов тенге. Срок гарантии равен не более срока кредита. Для получения гарантирования в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2025» вам необходимо обратиться в любой банк или микрофинансовую организацию по месту реализации вашего проекта. В случае, если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете обращаться за консультацией по единому колл-центру 1408. Ну что ж, я желаю вам успехов в реализации ваших бизнес-проектов. До свидания!